Фантазия по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Работа Надежды Дергуновой. Нет. Нет. Все перевернулось, клянусь вам. Я достала бумагу! Сегодня ко мне в комнату зашел какой-то длинный и говорит: вы бывший граф. Я говорю: простите, что это значит, бывший? Куда же я делся, интересно знать. Сегодня дала взятку, аллилуйя, у меня осталось только 300 рублей, на них мы откроем. Нет, ну вообразите, а он мне ответил: вас нужно поместить в музей революции. И при этом бросил окурок на ковер. Квартира — это все, что у меня есть. Я возьму из нее все. Еду к вам на трамвай. Вижу надпись: сегодня демонстрируется бывшая курица. Меня это так заинтересовало, что я вышел и спрашиваю у сторожа: скажите, пожалуйста, а кто она теперь при советской власти? Он говорит: кто? Я говорю: курица. Он говорит: она топерича петух. Да! Рождество мы будем в Париже! У меня в голове все перевернулось, клянусь вам! Пытайтесь здесь как свеча. Я увезу вас в Ниццу и спасу. Павлик! Павлик! Согласны? Да делайте, что хотите! Thank you.
Я тебе говорил, нельзя к пиджаку желтые ботинки надевать. Все. Лавочка закрыта.